Как-то я заехал на дачу к Сереже Орлову в Мирево под Лугу. И у его хозяина была дочка. Она и сейчас жива. Таня Гусева. И вот мы с ней пошли в лес и разговорились. И она говорит мне: вот, дядя Миша, вот ты писатель. А об этом она, видимо, знала из разговоров. Вот можешь ты написать для меня книгу? Я говорю: а почему именно для тебя? Потому что вот мне так хочется, чтобы в этой книге были все сказки. Я говорю: Таня, ну ведь очень это трудно в одной книге, ну, все сказки сразу рассказать. Она говорит: а мне что одной-то быть, когда мама с папой уходит на работу? Мне тоже ведь одной трудно дома быть. Я подумал об этом и согласился написать эту книгу. И как-то эта мысль у меня из головы-то не выходила, потому что уж очень хорошей девчонке я дал обещание написать-то эту книгу. Долго я ходил, думал, потом встретился с Игорем Ершовым, и мы написали вот эту книжку «Хоровод». Тары-бары, растабары, сказки старые не старые, новые не старятся, старые останутся. У реки за косогором заяц дом себе срубил, огород обнес забором и капусту посадил. Дилинь, 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 бом, то не ветер, то не гром, а сама лиса воровка забралась к зайцу в дом. Зайца выгнала лиса, заяц плачет 2 часа. Кто утешит зайца в горе, сколько дней ему реветь через лес и через море? Услыхал его медведь. Кто медведь? Медведь — защита всех обиженных зверей. Заворчал медведь сердито: все на выручку, скорей! Снаряжен медвежий флот, море бурей пенится, по волнам корабль плывет, сбоку на бок кренится. Вот окончен рейс победный, вышел на берег медведь. Продолжает заяц бедный пуще прежнего реветь. «Я приплыл по синему морю, — говорит ему медведь, — чтобы вас утешить в горе, ваши слезы утереть. Я спешил, меня крушенье не осмелилось догнать. Может быть, вам в утешение надо сказку рассказать? По дремучим, непроезжим, по нехоженным лесам я за жизнь свою медвежью много сказок видел сам. Поднимите ваши уши, чтобы лучше сказки слушать. По камушкам, по травушкам, тропинкою лесной Алёнушка с Иванушкой идут к себе домой. И просит пить Иванушка, в лесу колодца нет. Иванушка за камушком заметил чей-то след, а в том следу была вода, прозрачная до донышка. А в той воде была беда. Где братец твой, Алёнушка? Слово к слову, складом ладом сказка сказана на треть. Говорит косой: не надо и по-прежнему реветь. А медведь прищурил глаз: есть другая про запас. Через горы и луга Машиного братца унесла к себе яга. Как туда добраться? Скучно Ване одному, ни в дому, ни в терему. У яги в сторожке на куриной ножке Маша страшно, Маша больно, Маша по лесу идет. Говорит косой: довольно, и по-прежнему ревет. А медведь не слышит, говорит, как пишет.
Снег валил, клубились тучи, гнули сосны до земли. Злые люди в лес дремучий сиротинку завезли. Замолчать заставили, замерзать оставили. Старый волк скликает стаю, вьюга волчий вой несет. Заяц всхлипывает, знаю, Дед Мороз ее спасет. Нет утехи для косого в этой сказке в этот раз. Михаил Иванович снова продолжает свой рассказ. У меня не дом, хоромы с новой крышей из соломы. У меня в дому порядок, как малина, воздух сладок. У меня в дому кровать, как посмотришь, будешь спать. Как-то ночью с огорода я вернулся на ночлег, дверь открыл, в постели вроде спит какой-то человек. Зажигаю свет, поближе подхожу, огонь дрожит, на моей подушке вижу, тихо девочка лежит, притомилась, устала, спит калачиком в углу. Я поправил одеяло, сам улегся на полу, спал в полглаза у кровати и боялся захрапеть. Заяц всхлипывает, хватит и по-прежнему реветь. А медведь прищурил глаз, много сказок про запас, собирал я их по свету, лет, наверное, 25, я не знаю, ту или эту вам сегодня рассказать. Шла морозная зима, в проруби у озера серый хвост лиса кума волку приморозила. Волк рычит, на месте скачет и лису куму корит. Извините, заяц плачет и медведю говорит, Михаил Иванович, слава ходит добрая о вас. Михаил Иванович, право не до сказок мне сейчас. Век бы слушал вас, притом с удовольствием, но у меня украли дом с продовольствием. Кто украл? Лиса украла? И медведь вздохнул устало. Ну так что же вы молчите? Что стоите в стороне? Позвоните, позовите петуха сейчас ко мне. У меня он с давних пор и судья, и прокурор. Громко о колокола, заяц бьет в колокола, бум-бам-бам-бом, у меня украли дом, бух-бах-бах-бух, помогите мне, петух, звон летит через реку, кукаря-кукаря-ку, на лесу несу косу, ждите, вылетел, спасу, а лиса в леса, в нору, под корягу на юру. Дилинь-дилинь-дилинь-бом, возвратился заяц в дом, в огород на хоровод дорогих гостей зовет. В три струны на балалайке перепляс играл медведь, пели зайки на лужайке, любо-дорого глядеть. А петух-то, а петух кукарекал во весь дух. Гости пили, гости ели, веселились две недели и плясали от души. Если хочешь, попляши целый год, круглый год, сказки водят хоровод.